Базар-22 представляет. Добро пожаловать на юбитерский канал БТ, и сегодня я покажу, как разлочить, ну а точнее отвязать от оператора Мегафон на телефоне Мегафон Минифон ТДС-12Е1. Маленький телефон в мире считался в 2010 году. Вот такой телефон продавался за очень дешевую цену в салоне Мегафон. Если у кого такой сохранился, а хочет воспользоваться таким телефоном прямо сейчас, но при этом симка другого оператора. Здесь, конечно, не все так просто. Ну, почти не все так просто. Включаем телефон. Пишет, что это только Мегафон, точнее Мегафон Only. Подсветка работает, кнопки работают, то есть телефон целый. Телефон очень маленький, настолько маленький, что можно разобрать безо всякой отвертки. Обратите внимание, что здесь стоит симка у меня в данном случае Теле2, а не Мегафон. В общем, как разблокировать, чтобы этот телефон работал со всеми операторами, таких как Билайн, Теле2, например. Обратите внимание на цифры не по емкости аккумулятора и не по вольтажу, а вот 12 70 18. Как раз таки вот эти вот 12 70 18, это как раз таки код для разблокировки, ну то есть код отвязки от оператора Мегафон. Что ж, попробуем еще раз включить. Он бывает выключается, когда вынимаем крышку. Аккумулятор здесь не очень. Набираем на телефоне 12 70 18. После того, как все сделали, нажимаем на подтверждение, accept, и телефон наконец-таки отвязан от оператора Мегафон. И теперь телефон Мегафон Минифон ТДС-12Е1 поймал сеть Теле2, как это ни странно звучало. Проверим команду. Работает. Да, тут с смс-ками, конечно, не очень обстоят дела. Но телефон работает, и это точно. Попробуем позвонить, что ли, на 611. Громкой связи здесь нету. Звонок в Теле2. Ваш тарифный план классический. Мы расскажем про стоимость. Звонок также работает. Кстати, проверил и с таким же другим телефоном, тоже Мегафон Минифон ТДС-12Е1. И что получилось? Работает Мегафон, Билайн, Теле2, а вот с МТСом вроде телефон поймал сеть, но дозвониться не получится. Также не получится принять звонки с МТСом. Так что, если вы абонент МТС, с этим телефоном не прокатит. Увы, такой телефон не подойдет. Если вы абонент Билайна и Теле2, то этот телефон будет работать. Вот так вот. Вот у меня Теле2. И вот, пожалуйста, работает. Сейчас, на всякий случай, переведу на русский язык. Language русский. Все, готово. Вот, пожалуйста. Телефон работает с сетью Теле2. На этом телефоне Мегафон Минифон ТДС-12Е1. На этом все. Всего хорошего. До свидания.